Здравия, дорогие друзья! С вами снова Санилус и Мантикора. И да, сегодня мы будем играть в котенок. И мы тут не зря за этих пушистых колбасок. Сегодня у нас достаточно глобальное обновление. Давайте начнем с скинов. Нам добавили один бесплатный. Вот так он выглядит. Что это? Это просто поверх котика доложили просто чисто коричневую модель, мне кажется. Ладно, и чуть-чуть прокрасили. И дорогую за соточку. Там типа... Сейчас скажу. Типа сиамской, но это вообще другая порода, на самом деле, я знаю. Это вообще другая порода, так что... Это вот так. Дальше, по движениям. Давайте мы сейчас отойдем. Поближе. Вот, с кустиком можем тут посидеть. Движение. У нас, значит... давайте посмотрим. Есть... Да. Мырчалки теперь можем. Бесконечный мыр делать. Да. Добавился танец 4. Он прикольный, но все равно мой фаворит это вот это. Дальше. У нас добавился вот... Помните, здесь было такое, да? Теперь, наконец-таки, добавились такие, вот такая кнопочка. Да вот просто посмотрите на это. Посмотрите. Пока у нас это движение, да ты ж кошечка. Ладно. Так, смотрите. Пока у нас... Sorry. Ага. Пока у нас вот такое движение, хочу попросить поставить лайк и подписаться на канал. Я очень стараюсь, спасибо большое за 100 подписчиков, но пожалуйста. Ладно, и у нас еще есть вот такое. Вот, посмотрите. Это кот в сапогах. Вот, видите? Ладно, теперь пошлите, покажу вам кое-что. Можно пешочком, пешочком. Вот эта комната. Комната! Если не ошибаюсь, как можно слить? Это... Да, вот так, я не знаю как, но можно слить унитаз. Ладно. Окей. Также тут есть ванна. По сути, честно, по-честному хочу вам сказать, что это все это ванная комната. Ну да. Тут вот такое мыло, честно, на обложке игры это выглядит, как будто это миска с едой. И вот такая картинка, мне кажется, вот только ради этого эту комнату добавляют, просто ради этой картинки. Давайте посмотрим, что же у нас тут еще может быть. Да, вот здесь спуститься трудновато, и при этом не прыгнуть. Больше, я понимаю, ничего и не добавили, если не ошибаюсь. По крайней мере, давайте мы проверим. Вот этот скин, Соня. Давайте мы посмотрим, чтобы... Да, я так и знаю, это другая порода. Смотри, зеленый котик, он светится чем-то. Кстати, его зовут... Он светится, у него какие-то штучки идут после него. Вот, смотри. Да. Короче, я сразу говорю, кому интересно, напишите, я покажу, как на группу подписаться. Я поняла, что это за кот, это порода того самого кота. Сейчас я выведу мем с этим недовольным ворчаливым котом. Это его порода. Я показала? Так, я побежала туда. Так, ну нет, ладно. Короче, ладно. Да там можно теперь пить воду типа с унитаза. Типа. Не знаю, почему-то так коты многие так и делают. Настя, иди ко мне. А я тут на первом этаже.
Настя. Ладно, друзья, давайте прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.